поезд был не запланированный, но как бы Москва не такой проблемный город. Собрали, сели в машину и поехали. Ждем позитива только. Надеемся, что сможем переломить данную ситуацию. Будем поддерживать со всех сил факел. Один раз поехали, второй раз поехали, третий, пятый, десятый, 17-й. И мы сегодня сюда приехали в Москву за болезнь, за наш воронежский факел. А факел наш должен сегодня победить. Игра в последнем матче с Акроном понравилась. Команда смотрелась, атаки были, моменты. Поэтому надеемся на положительный исход нашей команды.